Вару, опять ты за свое. Пик пиздуй сюда, тут Вару опять какую-то дичь натворил. Вару, опять ты. Сколько можно? Зонтик, иди смой краску. Идем в комнату, мы там разберемся. Куро, спасибо, что помог мне. Пожалуйста, Зонтик. Хотя я хз, что там делал, но пофиг. А, не бей меня. Меня и так били в детстве. А разве у нас есть детство? Я такой несчастливый. Надо принять таблетки. Данте, а что это? А это? Это крокодил. Здрасте. Ну вы поняли, короче, типичный мини-фильм про 13 карт. Что мы понимаем после таких мини-фильмах? Типа Вару депрессии, что его детство было ужасен, Феликс принимает таблетки, Курамаку злая курица, Зонтик все время плачет, Пик бьет Вару до полусмерти, Габриэль тупой. За что с Габри так? Он просто любопытный. Блин, еще Вару делают слепой, вот зачем именно слепой, не понимаю, может, у него просто зеленые глаза. Ребят, я понимаю, что у каждого свое аф, но это зашло слишком далеко. Лан, ребятушки, всем пока. Ты все еще тут? Ой.